Проведем небольшую демонстрацию. Сейчас передача голоса идет с шифрованием на передающей и дешифрация на приемной стороне. Покажу, что произойдет, если отключить ключ шифрования на одной из сторон или поменять его. Вот сейчас ключи совпадают, и он включен. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. А теперь берем. Меняем в ключе любой символ. Совершенно неразборчиво. Я сейчас говорю в микрофон, и ничего нет. Вернули ключ на место. Говорим. Раз, два, три, четыре, пять. Это мы сменили ключ. Теперь попробуем выключить шифрование вообще. По собачке Е. Выключаем. То же самое. Возвращаем шифрование. Вернули шифрование. Поскольку при выключении ключа или смене ключа на приемной стороне в звуковых данных может быть абсолютно что угодно, то спецэффекты могут быть самые различные, от шума до вообще полного отсутствия звука. Все зависит от того, что получилось в комбинации несуществующих как бы данных.